Привет, друзья! Наступила вторая неделя нашего марафона. Мы продолжаем заниматься каллиграфией брашпеном. И пора приступить к композиции, к фразам. Но нам чего-то не хватает. Нам не хватает заглавных букв. В прошлом видео мы изучили с вами строчные буквы и основные упражнения. В этом видео мы посмотрим, как пишутся заглавные буквы. Итак, начнем, но прежде чем писать заглавные буквы, нам надо немного разогреть руку и вспомнить наше упражнение. Сначала сделаем упражнение «Змейка». Помним, вверх тонкое, вниз толстое. И обязательно надо потренировать овалы. Притом лучше взять покрупнее, например, 3 строки. Сначала против часовой стрелки. Затем по часовой стрелке. Если получается плохо контролировать нажим, он съезжает вниз, то попробуйте писать медленнее. Чем медленнее вы пишете, тем лучше вы контролируете нажим, но может появиться дрожащая линия. От этой линии избавиться очень легко и просто. Обильной ежедневной тренировкой будете писать так каждый день, и постепенно дрожащая линия исчезнет. Ну а мы приступаем к заглавным буквам. Я возьму другой цвет и начнем. Конечно, я пишу один вариант заглавной буквы. Их может быть бесконечное множество. На просторах интернета очень много разных прописей, очень много авторов, которые придумывают свои заглавные буквы. Ну, в основе их всегда идет узнаваемая графема, иначе буквы не будут считываться. Я дам вам более-менее простые варианты, чтобы как новичкам вам было легче справиться. Если вы хотите какие-то альтернативные варианты, можете посмотреть мой аккаунт Sigrilin School или Sigrilin. Периодически я выкладываю разные алфавиты. Я делаю заглавные буквы в 2 строки.
Вот такой алфавит у меня вышел. А теперь давайте приступим к композиции. Я расскажу пару простых ходов, чтобы сделать симпатичную надпись. Приступим к композиции. Для композиции мы возьмем немного другой скетчбук, в точку, потому что линии нам могут немного мешать. Итак, возьмем первую нашу фразу «Весна красна». Самое простое – это написать просто по прямым строкам. Я задаю себе направляющие. Пишем. Мысленно проверяем второе слово «красна», нет ли там выносных элементов. Как вы видите, тут нижних нет и в «красна» верхних тоже нет. Значит, двигаем вторую строчку поближе к первой. Можно даже, в принципе, чтобы они взаимодействовали, чуть-чуть задевали друг друга. Главное, чтобы не было касания толстых-толстых, потому что это будет большой акцент, большое темное пятно. Если нам нужен вариант подинамичней, то мы делаем надпись с небольшим наклоном. В этом варианте смотрите, чтобы буквы не заваливались назад. Когда мы делаем наклон, мы делаем слева направо, снизу вверх. Это восходящее движение. И также можно сделать по дуге. Когда вы делаете такую небольшую надпись из двух слов, смотрите, чтобы слова не были слишком далеко друг от друга. Можно дать чуть больше воздуха, чем на моих работах. Тут уже дело вкуса. Но смотрите, чтобы слова не отлетали далеко друг от друга, иначе это не будет смотреться цельной фразой. Ну что ж, наш небольшой мастер-класс закончился. Жду от вас красивых фраз, легкой руки вам и красивых букв. Всем пока!